патриоты своей страны, патриоты Луганской области. Ну, там, там только, еще раз, я прошу прощения для мой русский. Первый, ну, мы сейчас, вы смотрите, вам такой 4-5 упражнений. И потом второй, третий и четвертый уже там будет это упражнение. Хорошо. Посмотрите, да? Посмотрите, потому что интересно, да? Ну, визуально, если будет, это пацаны, ну, делает камера и потом начинает. Нажать максимум 30 секунд, и вы можете пострелять. Внимание! Боевая стойка! Все на боевую стойку! Стойка как боксера! Заряжай! Вещи оружия, вещи оружия. Внимание! Цель! Огонь! Боевая стойка! Все на боевой стойку, стойка как боксера. Оба ноги! Заряжай! Первый готов! Два пуля, дубли. В одну команде два пуля. На боевую стойку работать. На боевую стойку. Cell! 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 Cell!
Чисто! Стой! Авария! На боевой стойку. Первый два пуля стрелять, жду команда. Без команды ничего не сделает. И потом начинает движение. В одну линию. В одну линию. 105 метров. До 5 метров. Там остановись. Не перекрось, это дистанция 5 метров. Заряжаем! Готово!
Значит, приехали инструктора, значит, из Грузии, Израиля. Вот, есть специалисты украинские, которые служили в различных миротворческих миссиях, участвовали в боевых действиях в Афганистане там, и так далее. Значит, проходит подготовка спецподразделения ГУМВС в Луганской области. И спецподразделение ГУМВС Луганской области, милиции и громадской безпеки. Значит, подготовка проходит с целью совершенствования боевых навыков милицейских подразделений в связи с тем, что первоначально они были подготовлены на выполнение специфических задач, то бишь освобождение заложников, штурм зданий и тому подобное. На сегодняшний день война вносит свои коррективы, и они должны быть полноценными боевыми солдатами. И эта подготовка сейчас проходит, на мой взгляд, очень успешно. Они показывают отличные результаты. Причем результаты превосходят те, которые инструктора видели ранее, и подготовки и тому подобное. Вот, касающихся конкретно Луганской и Донецкой милиции, собственно, год назад, можно ли говорить о том, что это сейчас подготовка патриотического подразделения, скажем так? И изначально те, кто в строю в ГУМВС Луганской области, это все патриоты. Это люди, которые оставили на той стороне все, у которых бандиты. Не боюсь этого слова, бандиты забрали все, что у них было. У милиционеров в первую очередь позанимали квартиры, разграбили жилье и тому подобное. Эти люди вышли за Украину, вышли практически без ничего. Они уезжали в июне, в июле, у них с собой на руках были там небольшие вещмешки, в которых там была какая-то летняя одежда. Как это все длится. Люди, пожертвовав всем, обустраиваются здесь, но готовы воевать и готовы дать свои жизни за Родину, за Украину, за свои семьи, за тех, за кого вы обидели там. То есть, там бандиты. А Мамука с нами приезжает? Нет, Мамука это здесь, там следующее. Генерал поедет, Мамука, скажи что-нибудь. Как ученики? Поддаются обучению? Очень хорошие, самые лучшие пацаны. Самые лучшие? Они стреляют все хорошо, не хорошо, excellent. Молодец. Спасибо. Как вообще полезные такие учения? Что они дают? Как полезные? Полезные в том плане, что люди свободно себя чувствуют в боевых условиях города, да, в помещении. Они понимают, как им зайти, откуда начинать стрелять, как переместиться, как уйти в укрытие. То есть, ну, это очень полезно. Эти тренировки помогают увеличить боевой дух, улучшить свои навыки, ну, так как это необходимо. Мы проходили много школ, начиная со школы милиции. И как бы, когда приехали грузинские инструктора, мы много чего узнали полезного. В школе милиции там преподавалось очень обширное, то есть не было конкретных направлений. Бой город, бой тактика, топография, лес. Здесь преподаются все разные направления. Тактика, город, лес, как и израильская, так и грузинская подготовка, ближний, дальний бой, антитеррор. Все как бы отточено до мелочей, каждое движение. Позывной лис. Спецподразделение милиции. Данные инструктора дали нам новую тактику, новые действия, которых мы ранее не знали, научили нас определенным, дали нам определенные навыки, которые в дальнейшем, мы надеемся, очень нам помогут в борьбе за нашу Родину. Проходили уже учения, но сейчас зарубежные инструктора, к сожалению, это редкость в нашей стране, но мы идем
в ногу со временем, и в последнее время все больше и больше к нам приезжает зарубежных специалистов, которые делятся своим опытом, которого раньше в нашей стране было очень мало. Ну, вы милиционеры раньше были, да? Да. А вот в то мирное время вы подозревали, что когда-нибудь это вам пригодится? Ну, мы, конечно, нас и в мирное время обучали, но мы никогда не думали, что это будет война, и нам придется это применять в данное время. Надеемся, что скоро это закончится, и мы все вернемся к своим служебным обязанностям. Ну, различные были операции, да. Угу. Родом, кто из ближних городов, кто из дальних, но все, для всех это наша страна, и поэтому все трудности мы переносим стойко.